От выездки до конкура. Больше 60 наездников из Ивановской, Владимирской, Костромской, Ярославской и других областей сразятся за Кубок города по конному спорту. Соревнования на манеже детско-юношеской спортивной школы номер 11 начались в пятницу и продлятся все выходные. Здесь что от всадника требуется? Значит, управление лошадью, дисциплина езды, то есть вот что оценивают судьи. То есть они должны все аккуратненько, от буковки до буковки, ровненько все. Значит, где-то там, где предусмотрен шаг, где рысь, значит, сделать рысь. То есть вот такая вот обязательная программа. Особенность конного спорта в том, что успех выступления зависит не от спортсмена и даже не от лошади, а от правильного их взаимодействия. Многое зависит и от тренера, ведь именно он отбирает напарников. Здесь важно попасть в характер. Лошадь и человек должны соответствовать друг другу по темпераменту. Надя и Орел выступают на соревнованиях впервые, но тренируются вместе 2 года. Мы оба ленивые, скажем так. С нами очень трудно договориться, можно так сказать. То есть мне предложили 2 лошадей. Ника, которая вот, наверное, шагает на данный момент, и Орлик. Я сказала, я люблю этого коня, я поеду на этом коне. Ну и тренер одобрила. В первый день соревнований участвуют начинающие спортсмены в программе «Выездка». Чем дальше, тем интересней. В воскресенье начнутся соревнования в дисциплине «Конкур». Выступления зрелищные, так что зрителям добро пожаловать. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.